Всем привет! Сегодня я вам расскажу, когда выйдет игра Wuthering Waves и другие интересные детали. Дата релиза игры 23 мая. Wuthering Waves в разработке уже 3 года. Разработчики очень сильно трудились, чтобы сделать эту игру очень качественной. И у них это получилось. Доказательством тому будет новая катсцена, которая показывается у вас на экране. Игра будет очень необычной, с интересным сюжетом. Предрегистрация уже доступна на компьютере и на телефоне. Количество предрегистраций достигло уже 16 миллионов. За предрегистрацию мы получим материалы для прокачки персонажей, валюту для гачи, эксклюзивный предмет, который отмечает начало нашего путешествия в мире Wuthering Waves, 20 стандартных круток и коробку с любым 4-звездочным оружием. Что насчет русской локализации в игре? Изначально страничка Epic Games была на английском, но недавно было замечено, что страничку перевели на русский. Не буду утверждать, что русская локализация будет 100%, но мы будем надеяться. Теперь поговорим о необычных деталях в игре. Можно будет пропускать ежедневные и ненужные дополнительные задания, если вам не интересно их проходить. Также можно будет перерабатывать ненужные эхо. Вы будете получать рандомное эхо в итоге. Можете получить как одно редкое эхо, так и 3 разных. В игре будут очень интересные локации. Здесь показана локация истинного некоронованного, Данж и Нинь и еще некоторые новые локации. На этом у меня все. Напишите в комментариях, нравится ли вам эта игра. Если да, скорее бегите делать предрегистрацию. Всем удачи!